Алло, да, да. Да. Ну что, ты мне машину тоже? Вот я не вопрос. Ты поедешь ко мне? Ну, смотри, мне теоретически не сильно нужна. Вот, но я не взял с собой ничего вообще, шорты, футболки. Зачем? Да нет, езжайте на машине, просто не надо шорты, не знаю, куда вы там едете. На комсомольскую улицу, да, лучше. Пусть ну да, очень спортивную там пешком. Мне надо шорты, да, шорты. А ты во сколько ходишь? А, вот к вечеру, да? Ну, шорты, футболки у меня, в принципе, есть. Шорты, носки и стельки. От кроссовок. Вытащи меня. Ну, у тебя от белых кроссовок. Да, отпусти только. Да, ладно. У нас сейчас тут... Ой, да, сейчас да, ты что ли? Я вот думаю, что делать. Вообще без смысла. Не час ехать, а даже больше. Сейчас 15 лет. Ну а там все равно получается 50 минут. Да, все равно. Ну да. Это утром нормально, а так все равно получится. Ну, минут 40-50. Ну, не меньше 40, 40 минут. Пока дошел, пока разделся, переоделся. Вот я уже час. Ну, на 5 минут пойдет. Да, я проспал, я был уверен, пойду. Сейчас на машине пойдет. Ну ладно, типа скажи, пупсик как-нибудь перебьется. Нет, пупсик, я ж не против. Это я просто задумался. Ну, типа, подумал, что ты это, а потом Саша поедешь на машине. Да и нормально, я не сильно опоздал. Ну, я этот белку взял. Поэтому хорошо, что она работает, а Яндекс почему-то не работает у Саши. Пупсик, у меня к тебе еще новость. Давай, можешь отгадать? Ну я сейчас в беде. Нет. У нас будет самый дорогой месяц. Да. Сколько кредит? А сколько ты собрала? Ну, вкидывай стоя, не знаю. Может, 50 попадешь. Ты почему не отбить-то, блин? А? Ну, мне 50 хватит. Ну, я вот сегодня, завтра заработаю. Где-то 40. 40 я заработаю. Надо, да, на этот, на Тинькофф. На Тинькофф. Ну, не знаю, как. Нет, сегодня не надо. Ну, ладно. Да
сейчас же банкомат будет. Ну ладно, ладно, давай. Давай потом. Повторите. Согласен, обидно. Хорошо, сейчас пусть. Thank you.
Давил, кстати, четко получилось. Это на камеру теперь попало. Причем так прям. Аккуратненько. А? Аккуратненько. Не, ну то, что аккуратно, очень коротко, четко так прям. Молодец. А я в какой-то момент бываю, что я теряюсь, что делать. И просто потом уже поздно. Рука сама просто назад так заново. Сейчас продолжим, чуть отдыхать. То есть стою вот так, не знаю, что делать, мало ли. Играть. По-моему, женская какая-то. Какая-то, да. Женская магия. История. А что тут такое? Это просто как 3 копейки. Пойду я в магию. Женская, да, история. Я тут... Вот это вот. Вот это. Это, видимо, врожденное, да? Вшито в ДНК. Что Олег погрустнел? Что? Вряд ли. С чего бы это? Чего? Может, пить мне еще надо? Пора перестать пить. Нормально, он показывает маршрут с красным этим. Типа, где вы нарушили, говорит. А, да. Яндекс. Ага. Здесь скорость превысила. Не, так, у них на рекламе это. Как ездят чуваки, типа, вот здесь нормальность, а вот здесь ты везде нарушал. Хорошо, не весь красный. А? Ну что, после обновления какого-нибудь? Я видел у меня знакомого, ну я все тоже смотрел, как у меня не было карты. А у меня такого, когда все места, где у него там, вот здесь возможно штраф, вот, прям... Да,